решили поддержать вынужденных переселенцев с Крыма и с востока Украины. Целью является именно поддержка. Не только моральная, где-то кто-то может материально, в том числе мы поможем. Кроме того, у нас есть, мы везем с собой священников, потому что та церковь, которая находится там, на Куяльнике, почему-то отказывается осуществлять беседы. Окормлять. Да, 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 да. Потому что они поддерживают Украину. Я так понимаю, что московский патриархат категорически против Украины. А кто это за переселенцы? Это военные или просто? Это не только военные. Это все те люди, которые пришлось бежать с Крыма и с востока Украины. Сколько их там и где около они? Около 700 человек. Из Крыма, да. Вы с родителями переехали сюда, да? Родители военные или... Или не, и есть и не военные, да? У меня родители не военные. Ага. А как вам сейчас здесь живется? Хорошо. Нормально, да? Много здесь детей? Да, очень. Сколько? Где-то сотня на три. До 100, да? Давно приехали? Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, і все наповняє, скарби добра і життя пожадливо, війди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Святий Боже, святий крихтий, святий безсмертний, помилуй нас.